Вот так выглядит месть за Брексит. 250 тысяч британских граждан пытаются на машинах пересечь границу с Францией, но, увы, французская сторона заявляет, у нее недостаточно таможенников, чтобы проверить все паспорта. 20-километровые пробки образовались под британским городом Дувр, рядом с Ла-Маншем. Люди ожидают возможности пройти таможенный досмотр и погрузить машин на паромы до французского Кале. Многим уже вторую ночь приходится ночевать в авто. Там же они готовят еду, едят, пьют. Ожидается, что пробки не рассосутся, скажем так, еще несколько дней. Между тем, мэр Кале приглашает британских бизнесменов обосноваться во Франции, обещает конкурентоспособные цены. Мы вообще-то попробовали купить воду на ближайшей заправке, но там было закрыто. Нам сообщили, что купить ее можно теперь только в Дувре. Ну а мы-то туда даже доехать не можем. Мы попытались найти еду в магазинчике на заправке, но там все выгребли, полки пустые, ничего нет.